Прежде чем отправиться в свой первый полет, необходимо пройти обучение. Будущие операторы дронов изучают устройство беспилотника, особенности ремонта и навигации. В курс подготовки входит и теория по метеорологии. В МГУ имени Огарева реализуется уникальная программа обучения операторов беспилотных авиационных систем. Программа подготовлена на 72 часа обучения, из которых треть – это лекционный материал, треть – это лабораторный материал, это полеты на симуляторах, на компьютерах, это разработка и обучение конструктивной части беспилотного летательного аппарата, и треть – это 24 часа полетов на полигоне в реальных условиях. После теории переходим к полетам, только пока что виртуальным, на специальном реалистичном симуляторе. Здесь учитывается все – удаленность объекта от командного пункта, погодные условия, индивидуальные особенности управления каждым аппаратом. После прохождения программы слушатели получат свидетельство о присвоении им новой профессии – специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, очень нужный и востребованный в современном мире. Подготовка специалистов по управлению дронами важна не только для республики, но и для всей страны в целом. Это обусловлено активным использованием беспилотных летательных аппаратов в промышленном, аграрном, рекламном, а также других секторах экономики. Наконец, теории и симуляторы остались позади, можно переходить и к реальным полетам. Будущие операторы тренируются прямо в помещении. Базовые задания для новичков – зависнуть на аппарате в воздухе, описать круг, квадрат, пролететь на скорости, не задев стен. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография». Слушатели – граждане в возрасте 50 лет и старше, члены семей участников СВО. Обучение для тех и для других абсолютно бесплатно. У каждого причина освоить новую профессию свои. Мы являемся преподавателями по своей сути. Для нас первая задача через себя пропустить этот навык, получить такую компетенцию и потом научить ребят, студентов в первую очередь. Хотелось бы, обучая студентов, самим владеть этим навыком. Оператор дрона – профессия востребованная и перспективная. Они приносят обществу большую пользу, и в будущем занятость беспилотника во всех сферах народного хозяйства будет только расти. Сейчас же напоминаем, что в Мордовии продолжает действовать запрет на использование коптеров в личных целях. Михаил Мазанов, Александр Овчинников, «Народные новости».